Тем, кто хочет научиться играть на фортепиано, очень повезло. Потому что мне надо заботиться о том, как произвести красивый звук одной нотой. Вот скрипачу потребуются годы для того, чтобы одна нота красиво прозвучала. То же самое виолончелисту, вокалисту, а пианисту не потребуется. Вот самый лучший в мире пианист подойдет к фортепиано и сыграет одну ноту. А потом можно попросить любого прохожего на улице подойти и эту же самую ноту сыграть. Он подойдет, и никакой разницы никто не заметит. Это будет абсолютно одинаковые ноты. Значит, все, что от нас требуется, если мы хотим хорошо играть на фортепиано, это играть ноты, которые написаны композитором, не изобретать собственные. Вот именно те, которые написаны, те и нужно играть. И играть их надо на определенный счет. Вот в каждой музыкальной пьесе есть свой счет. В некоторых раз, два, три, раз, два, три. В других там раз, два, три, четыре. Где-то раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот на какой счет композитор написал, на такой счет и нужно играть. Если кому-то трудно играть и считать, в наше время замечательные машины, называются метроном. Причем такие, которые человеческим голосом считают. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все, что от нас требуется, это играть те ноты, которые написаны в нотах, написано композитором, играть на тот счет, на который они должны быть сыграны. Но этого недостаточно для того, чтобы музыка была красивой. Нужно еще знать, какую ноту надо сыграть громче, а какую надо сыграть тише. Потому что если играть все ноты одинаково, музыка звучит мертво, скучно. А если акцентировать неправильно, то это очень противно. Никто не будет такую музыку любить и не захочет ее слушать. Вот я вот поэтому хочу рассказать о том, как нужно играть ноты на правильное время с нужной силой. Теперь мы перейдем к следующему уроку, как это делать.